Игорь Лобода – врач-педиатр скорой помощи. Заболел ковидом в мае прошлого года. Началось все как обычная простуда. Но вскоре Игорь оказался в больнице под аппаратом ИВЛ. Легкие были поражены почти на 100%. Говорил тогда, думал, что останется инвалидом, живущим с кислородным баллоном в руках. Огромное спасибо, что я попал в эту больницу, что я выжил, что меня вылечили. Вероятность того, что я выздоровел, была очень маленькая. То есть было тотальное поражение легких. Но сейчас я уже хорошо себя чувствую, я работаю, то есть живу полноценной жизнью. Для врачей инфекционного госпиталя Самарской городской больницы Игорь Лобода стал первым пациентом с тяжелой формой болезни. Доктора признаются, заболевший сначала активно контролировал лечение, но потом доверился медикам. К счастью, он вменяемым оказался человеком в плане этого. И объяснив всю серьезную ситуацию, он достаточно все выполнял правильно, очень молодец. То есть все эти рекомендации, когда уже мы знали, с чем работать, вот, он все это выполнял действительно. И вот результат. Самарская городская больница оказывает помощь всем жителям города, страдающим заболеваниями легких. С коронавирусной инфекцией здесь борются с мая. За 2020 год врачи поставили на ноги около 3000 человек. В этом году уже 1300. То есть они все непредсказуемые. Даже пациент, поступающий с легкой степенью тяжести коронавирусной инфекции, может на следующий день быть тяжелым. Молниеносное течение заболевания бывает у достаточно большого количества пациентов. Сейчас в учреждении для больных коронавирусом предусмотрены 230 коек. Большинство из них заняты. В день в среднем на лечение поступают до 20 человек. Виктория Шаре, Никита Колосов, Григорий Плешаков. События.